Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Skill Day на Смоленской АЭС. Первое заседание нового состава Совета ветеранов Смоленской АЭС. В день неизвестного солдата атомщики возложили цветы к мемориалу. На плановом совещании с руководителями подразделений о техническом состоянии доложил главный инженер станции Алексей Лещенко. По производственной деятельности у нас в работе 3 энергоблока, суммарная нагрузка 3174 мегаватт. Директор станции Павел Лубенский сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На сегодня в работе 35 энергоблоков, в ремонте 3 энергоблока. Фактическая мощность станции 28 702 мегаватта. Выработка составляет 102,46% план заданию ФАС. На Смоленской АЭС в работе 3 энергоблока. Общая мощность составляет 3174 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. С начала декабря энергоблоками Смоленской АЭС было выработано более 380 миллионов киловатт-часов. Сверхплана 16 миллионов. С начала года выработка составила 21 миллиард киловатт-часов, что превышает плановое задание на 408 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС прошел Skills Day. За круглым столом встретились сотрудники, решившие узнать больше о проекте WorldSkills и те, кто уже попробовал свои силы в чемпионатах. Skills Day – традиция, которую 3 года назад заложили в концерне «Росэнергоатом», чтобы вовлечь молодежь в движение. Участие в чемпионате WorldSkills позволяет обрести бесценный опыт, стать носителем новых знаний, умений и навыков, важных для безопасной и надежной эксплуатации Смоленской АЭС, а также дает хорошую возможность для профессионального и карьерного роста. Заявочная кампания для участия на WorldSkills 2022 уже началась. С 11 января по 15 февраля состоится отборочный этап. Успешно прошедший отбор примут участие в дивизиональном чемпионате RIA-Skills. Заявить о себе можно в 21 компетенции. Традиционно смоленские атомщики выбирают электронику, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обслуживание и ремонт оборудования, радиационный контроль, сетевое и системное администрирование, охрану окружающей среды, охрану труда, каракури. Но есть еще другие, в том числе новое управление качеством. Почему нужно участвовать в движении WorldSkills? В первую очередь ты показываешь себя, показываешь свои силы, проверяешь себя. Это в дальнейшем помогает тебе решать на производстве поставленные задачи, помогать своим сослуживцам, друзьям, коллегам по работе и закаляет это на будущее, на принятие будущих решений. В моей копилке серебро RIA-Skills 2020 и золотой медальон AtomSkills 2020. Всем будущим участникам и нынешним участникам движения Skills я хочу пожелать успехов, преодолеть себя, побороть себя и доказать, что вы лучшие. Участвовать надо именно для того, чтобы раскрыться, узнать новое, поделиться своим опытом, набраться нового и доказать, что Смоленская атомная станция – это кузница профессионалов. 2 декабря в Нейтрино состоялось первое заседание нового состава Совета ветеранов Смоленской АЭС, избранного на отчетно-выборной конференции в ноябре. В заседании приняли участие руководитель исполкома межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» Виктор Черкасов, заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий, председатель первичной профсоюзной организации САЭС Игорь Хомяков, активисты ветеранской организации. В торжественной обстановке 53 ветеранам вручены отраслевые награды. Почетная грамота и знак отличия госкорпорации «Росатом» за вклад в развитие ветеранского движения.
В 2021 году ветеранская организация, несмотря на пандемию, работала продуктивно, получая значительную поддержку социальных программ от концерна «Росэнергоатом», межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом», администрации и профсоюза «Смоленской АЭС». Неработающим пенсионерам выделялась материальная помощь на лечение, лекарства, санаторно-курортное оздоровление. Они активно участвовали в культурно-массовых, спортивных и общественно значимых мероприятиях. Уровень социального обеспечения ветеранских организаций сохранится и в 2022 году, который пройдет под знаком празднования 30-летнего юбилея концерна «Росэнергоатом». Итогом заседания стали выборы председателя Совета ветеранов. Единогласным решением им утверждена Раиса Злокоманова, действующий руководитель. 3 декабря, в День неизвестного солдата, состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу «Курган Славы». Представители Смоленской АЭС, а также общественных организаций города, поисковых отрядов, школьники и ветераны пришли на Курган Славы, почтили память павших минуты молчания, возложили цветы к вечному огню. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.